Сергей Миняйло принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета. В режиме видеоконференц-связи его провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Только до октября этого года выявили фактов легализации наркодоходов на 400 миллионов рублей. Цифра почти вдвое больше, чем в прошлом году. Во многом это результат успешного взаимодействия с подразделениями финансовой разведки. Вместе с тем, задача установления наркодоходов постоянно усложняется. Важным шагом в части формирования правового барьера стал федеральный закон, который закрепил понятие «цифровая валюта» и правила ее оборота. В перспективе, по словам Владимира Колокольцева, необходимо внести изменения в уголовное законодательство для обеспечения возможности ареста и конфискации наркодоходов, преобразованных в цифровые активы. На заседании подвели итоги принятых мер по повышению эффективности функционирования наркологической службы. Уже многое сделано как по линии подготовки кадров, так и в частности правового регулирования оказания медицинской помощи. В то же время остро стоит вопрос оснащения. Помочь может создание межрегиональных референс-центров, где будут проводить химико-токсикологические исследования.